В Калмыкии прошло заседание Общественной палаты региона и Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Участников в онлайн-формате поприветствовал депутат Государственной думы Бадмам Башанкаев. В рамках мероприятия обозначены основные итоги реализации национального проекта здравоохранения. Также профильный министр Булат Сараев представил анализ смертности в республике за 2023 год. По показателям отмечается положительная динамика в сравнении с прошлыми периодами. Хочу сказать, что мы добились существенного снижения показателей смертности от всех причин. У нас, конечно, разная статистика в разрезе районов Республики Калмыкия, но в целом динамика у нас и темп прироста, улучшения показателей смертности, он у нас очень и очень хороший. Основные темы, это, в принципе, касается контроля соблюдения требований Росздравнадзора, потому что, знаете, Росздравнадзор, это он курирует обширные, сферы в здравоохранении, в обеспечении лекарствами, в медицине в целом. Поэтому я думаю, что тема сегодняшнего, как говорится, мероприятия, она касается широких круг людей. На совещании выступил и председатель Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Виктор Дмитриев. Кандидат медицинских наук отметил, что встреча с общественниками позволяет узнать о потребностях медицинского сообщества и обсудить актуальные вопросы в сфере здравоохранения. Такие встречи для нас уже стали традиционными. Мы посещаем регионы, потому что всегда на земле ты можешь лучше и четче понять то, что происходит в конкретном регионе. Что называется, получаем информацию из первых рук. Часто бывают проблемы общие, периодически попадаются какие-то, которые необходимо решать конкретно в данной ситуации, в данном месте. Сегодня уже прошла встреча с членами, точнее с сотрудниками территориального органа Росздравнадзора. Мы обсудили те проблемы и те вопросы, которыми они сегодня занимаются. Приятно, что у нас общее понимание, каким образом их решать, что для этого делать. Сегодня встреча в Общественной палате, и это дополнительная подпитка в плане информации. Мы понимаем, чем живет республика, какие нужды и потребности у пациентского сообщества, чем мы можем помочь. А помощь, она заключается не только в каких-то конкретных финансовых вливаниях, либо там поставках нужного лекарственного оснащения там и так далее, но и самое главное, наверное, в корректировке тех нормативных актов, которые позволяют сделать это быстро, оперативно, и самое главное, чтобы при этом лекарства и медицинские услуги были доступны для населения Калмыкии.